Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Аж две штуки целых. Вот оно как. Так, в магазине у нас с тобой пак. С кем? Ага, Крис Брэдфорд. Понятно. Так, ну что, давай выполнять задание, по идее. Так, пройти серию испытаний. Вперед. Это, как говорится, на изи. Выберем с тобой, да вот это хотя бы задание. Нам любое, в принципе, без разницы какое проходить. Главное, чтобы быстро это сделать, забрать свои награды. Ну что, сегодня пойдем на арену. Меня там, наверное, сбросили, ого-го. Я два дня не играл, друзья мои, поэтому можно представить, как низко меня там сбросили. Так, зачем ты сделал вот это? Вот надо вот этого хламона бомбить, конечно же, Джастина. Ну-ка. Так, отлично, завалили. Маузер минус. Давай-ка этого попробуем. Шикарно. Переходим с собой на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Хан. Пиццелицей. Саблезуб. Так, Хан. Ты давай не выпендривайся нам тут. Раз. Два. Готов. А теперь, наверное, пиццелицу возьмем, да? В оборот. Ну, левую, наверное, не завалил. А, нет, завалил, смотри-ка. Удачно у него получилось. Рафаэль контратаку делает. Так, тихо-тихо-тихо, ты хорош. Хорош, Маруся, выпендриваться. Ну что, Саблезуб готов. Ну и остается добить каких-то двух несчастных маузеров. Ё-моё. Слушай, наверное, нам надо здоровье подкрепить. Или как? Да ладно, обойдемся. Ну что, серию испытаний мы с тобой прошли. Окей. Но это только начало. Сегодня у нас с тобой будет второй буст. Потому что в понедельник мы сделали пробный. Сегодня будем продолжать, потому что... Сейчас глянем даже, куда меня сбросили. Посмотрим. Лига самураев 2 звезды. Вот так вот, друзья мои. Так что придется сегодня поднажать. Но пока выполняем задание с тобой. Поднять уровень персонажа. Так, где у нас Супер Шреддер? Вот он. Что тебе нужно? Так, 8 биноклей мы тогда не нашли, поэтому продолжаем искать, ребят. И, как всегда, ничего, да? Один. Один нашли. Так, подожди, не то я сделал. Один бинокль всего лишь, а нужно еще 7. Так, 6. Ну, окей, 5. 4. 3. 2. 2, говорю. Повторяю еще раз, 2. Да ну хорош, давай. Эй. Что, закончились бинокли сегодня в продаже? Вот. И последний. Все, ребят. Бинокли мы с тобой нашли. Так, и нам нужно еще будет найти потом 18 чертовых кружек. Но это уже в следующей серии, ребят. Это уже в следующей серии. А пока заберем с тобой награды. Поднять уровень персонажа. У нас мутаген, насколько, если не секрет. У нас с тобой 18 тысяч. Этого не хватит, да? Этого не хватит. Ну что ж, давай тогда поднимем уровень. Ну, например. Ну, например, Змеекарай. 62-й уровень она получает. Я забираю свои награды, и мы с тобой бежим прямиком куда? Даже не знаю, куда мы бежим с тобой. Посмотрим вначале в магазин. Так, предметы. Что-то у меня тут 55 ДНК, надо будет это все сбагрить. Так, ну здесь мы знаем, что нам приобрести. Так, вот. Не понял. Ай-яй-яй-яй-яй, не хватает одной монетки, ребята. Как ты, я так лопухнулся. Ладно, придется подождать. Не хватает монетки. Ну что, тогда мы бежим с тобой на турнир. Поехали. Здесь начнем, значит... Так.
Ну, возьму, например, вот этого ноунейма, да? Берем Леонардо и начинаем с самого-самого, ребят, хвоста. Я тебе говорю, еще будет один буст сегодня у нас. Я должен отыграть абсолютно всех персонажей, чтобы хотя бы приблизиться к Лиге Мастеров. В чем я очень сильно сомневаюсь. Но постараться надо. Так, давай, Лео, жги. Сразу тебе говорю, можешь проматывать вот эти бои. Сразу проматываю, потому что здесь буду с помощью Леонардо и с помощью Усаги отыгрывать своих слабых персонажей. Поэтому эту часть ты можешь промотать буквально до следующего испытания. Да-да, сегодня будем испытания проходить. Так, ну что, а я буду мучиться, стараться и пытаться выбиться в топчик. Ну, на данный момент в топчике, я имею в виду, а не вообще по игре. Так, пока у нас все идет хорошо, персонажи будут у меня отыгрываться в таком темпе. Всего лишь по 4 штучки, ребят. Потому что Леонардо будет как бы основным. Он основной и, в принципе, это единственная сила, которая может пока справиться. Но я тебе скажу следующее. Как только мы дойдем до противника 60 уровня, все, от Леонардо уже остается мало толку. И там придется подключать уже Усаги. Так, самурай 3 звезды. Это всего лишь самурай 3 звезды. Мы еще даже не в Сёгуне с вами, ты понимаешь? Так что надо как-то нам быстренько с тобой выбираться из этого одища, скажем так. Потому что сегодня у нас что? Четверг. Да? Да. А если у нас четверг, то остается всего лишь 2 дня. За 2 дня мне нужно, ребята, попасть в топ. Ёлки-палки. Ничего себе, я задачку нарезал. За 2 дня в топ. Ну, давай посмотрим, получится у меня или нет. Пока, как ты видишь, все идет великолепно. Мы тут их всех валим, бомбим. И потихонечку-потихонечку я поднимаюсь. Главное, чтобы у меня хватило откатов. На данный момент их 27 штучек всего лишь. Вот с кубками почему-то, ребята, фигово все идет. Не дают они мне выше. Вот 14-18 и все. Очень странно. Ладно, придется брать то, что дают. Так, тихо, Армагон, пока не высовывайся. Ну, где у нас? Раз, два, три, четыре. Ну, уже потихонечку начинаем догонять нашего противника. У него 46 уровень, а мы с тобой 40-х отыгрываем. Еще чуть-чуть и пойдут у нас с тобой полтиннички. Пока Леонардо здесь будет отлично себя вести. Всех, как ты видишь, в округе он наказывает. И мои слабенькие персонажи за счет них подрастают. Потому что получает опыт. Правда, вот, честно говоря, я не заметил, чтобы этот опыт как-то сказывался. Да, видишь, тут плюс 18, плюс 18. Не знаю, ребят. Дойдем с вами до Лиги Сёгунов. А там уже, ну там уже будет поинтереснее. Там же будет и противник посерьезнее, да? Так, 14-18. Опять они мне это все подсовывают. Почему? Ума не приложу, ребят. Ладно. Слушай, ну еще персонажей хватает. И уровень 40 до сих пор еще длится. И будет как минимум боя 2-3 идти с нами по пятам. Потом все кардинально изменится. Пока, естественно, Леонардо здесь чувствует себя просто королем. Ему здесь никто не может ничего сказать, даже вякнуть. Понимаешь, он всех сразу рубит. А когда кто-то ему скажет уже слово веское, мы с собой подключим Усаги. И тогда они вдвоем здесь будут тоже наяривать, будь здоров. Ну что ж, 28-я позиция. Как-то очень медленно мы с тобой продвигаемся, ты заметил? О, 15-19. Это у нас Егор. Ну, раз, два, три, четыре. Отлично, погнали. Будем тут с тобой дальше разбираться. Ага. Какой там уровень уже? Ага, 51-й, 49-й. Ну, пока терпимо, друзья мои. Пока терпимо, так что дальше идем. Дальше идем, дальше проходим. И дальше бомбим. Так, 7-е место, и мы с тобой после этого поединка уже перейдем в Сёгуны. 15-19. Даниэль.
Окей. Причем я вот так вот смотрю, да, у нас персонажи прям вот на глазах, ребята, тают. Ну ты сам подумай, да, каждый бой по 4 персонажа, их здесь сколько? 70? Или больше? Нет, их побольше будет, наверное, какой 70? Я, кстати, не подсчитывал еще ни разу, сколько вообще здесь персонажей у нас. Вот это, кстати, интересный вопрос. Помню, мне в свое время как-то один из подписчиков писал их точное количество, но я сейчас не помню. Ну что, ну вот мы, друзья мои, и все у нас. 87-я позиция. Сейчас уже будет немножко посложнее. Должно быть, по идее. Так. Нет, лучше возьму Дмитрия. Дмитрий. Так, 50-й уровень у противника, да? И мы с тобой уже потихоньку тоже приближаемся. Ну, уже даже есть некоторые персонажи 50-го уровня. Так что не раскисаем. Возможно, даже мы с тобой скоро откажемся от Леонардо и попробуем своими силенками справляться. Ну-ка. Ну, а пока все хорошо. Да, конечно, я считаю, что, ребята, это скучно и неинтересно, когда Леонардо один валит всех. Но у меня другого варианта нету. Понимаешь? Мне все равно приходится это делать. А смотреть тебе или нет, это уже решать тебе. Так, ну что, 68-е место у меня, да? Поехали. Я хочу что-нибудь такое, ну, 15-20, вот что-нибудь такое. Мне дают 15-19, это максимум. Максимум они меня оценивают в 15-19 кубков. Ладно, Ярослав, как скажешь, не даешь больше, будешь получать тогда люлей. Так, Кунеичи, Рокстеди, Леонардо, Ролевой и Алапекс. А что я на них такой акцент делаю? Абсолютно незачем, ребят, потому что, ну, опять же, Леонардо, и все. Хотя Лапекс, да, друзья мои, скоро она сможет прапаться. Нам осталось совсем немножко на нее найти ДНК. И причем мнения разделились между подписчиками. Кто-то говорит, что Лапекс очень хорошая, а в данный момент именно ее суперудар. А кто-то говорит, что она ватная. И в то же время я когда-то это слышал про Шинигами. Ну, у Шинигами есть один большой недостаток. У нее нет массовых атак. Понимаешь, нет у нее массовых атак. И это просто огромный минус. Брать ее в компанию, да, без массовой атаки. Хотя, по большому счету, здесь у многих есть такое, что они не имеют массовых атак. Вот и все. Тут дело принципа. Кому-то важна, например, сила, мощь, кому-то важна уклоняемость. Вот смотри, что происходит, видишь? Ребята, опасочка. Леву-то уже подкачивает. Видишь, не справляется, уже остаются все-таки здесь недобитыши. Ну, это еще хорошо 50 уровень. А представляешь, если будет, например, 60-й? Да, надо быть аккуратнее. Так что, ребят, держите ухо востро. Так, а здесь мы с тобой... Ну вот, вот, 15-20 было только что, ребята, блин. Вот, отлично, Павел. У нас с тобой Павел, 55-й уровень, да. Я, по-моему, не догоню, ребята. Я еще полтинники не отыграл, а уже 55-й уровень там появился противник. Ну и как ты прикажешь мне здесь быть? Даже не знаю. Здесь Леонардо почему-то всех спокойно положил, а в предыдущем бою он Донателло фильм все-таки не успел забомбить. Ладно, давай двигаться дальше. Так, Сёгун 2 звезды уже буквально через этот бой. Так, давай-ка, пожалуйста, 15-20. Хорош уже мне давать 15-19. Я уже эту стадию прошел. Вот. Руслан. Тихо, убирайся отсюда, Руслан. Раз, два, три, четыре. Так вот. Блин, нет, я не догоню, ребят. 56-й уровень, да, у противников. А я еще до сих пор там на полтинниках танцую. Леонардо может схандрить. Но, слава богу, он пока держит марку, держит удар. И мы с тобой продвигаемся. Сейчас перейдем в Сёгун 2 звезды.
кстати. Ать, как тебе такой поворот? Прекрасный, да? Ну что, наконец-то дают 15-20. Возьмем с тобой Ромку. Откатываем Леонардо. Ну, один откат, когда используешь, это очень круто, ребята. То есть, соответственно, у тебя по одному, да, 10 боев, 10 откатов. А вот когда вдвоем уже, да, у Саги, например, с Леонардо, тут уже на 20 откатов всего 10 боев. Тут как бы не жалко, тут все по справедливости идет. А вот дальше будет уже, как сказать, цена заломлена. Если мы с тобой сегодня пройдем все на 3 звезды, на 50 место, то я тебе скажу, что игра пройдена была не зря сегодня. Потому что там нам останется только лишь добиться расположения мастеров, и все. Слушай, подожди-ка, я уже, по-моему, 60-е, да, место взял? Ну, не место, а персонажа, а тут какой уровень? Оу. Слушай, так мы сейчас можем с тобой, наверное, без помощи... А что без помощи слабых? У нас уже слабых не будет. Минималка будет 60 уровень. Так, так. Ну что, давай, давай посмотрим. Мы перемещаемся с тобой на 58-ю позицию. Так, в бой. Берем с тобой Дениску. И смотрим. 54, 56, 55 уровень. Раз, два, три. 4, 5. Все, ребята, без Леонардо попробуем сейчас поиграть. Ну-ка. Тут, как говорится, кто кого, да? Кто кого передамажит. Так, броню я понизил. Давай, Шреддер. Клан футовцев своих. Отлично, ребята, просто найс. Минус. И минус, да? Оу-оу-оу-оу, Ванюш, ты че? Нейтрализатор помог. Ну что, вот, в принципе, ребята, мы уже сами своими силами можем справляться с противником. И вот это мне уже нравится. Так, ну что, погнали. Местечко у нас 42-е. Так, дадут мне 15-20. Во, 16-21, отлично. Но здесь уже небольшие проблемки, ребята. Как я отыграю вот этих вот? Хотя я знаю как. Через Леонардо. А пока своими силами. Тут у нас Рокзар, провокатор, который, я надеюсь, не позволит никому ударить, кроме массовиков. Массовиков у нас здесь 3. Может быть, сейчас сократим их до 2. Так, ну здесь понятно, провокацию надо брать. Угу, запрет на лечение. Мы еще с тобой сделаем баф. Нормуль. Так. Блин, тут очень много противников. Ну-ка, давай так сделаем. Эх, не добил. Змейковьюн. Прекрасно. Змейковьюн еще и понизил атаку им. Что есть хорошо. Ванюша, успокойся. Тебе это не поможет. Так, погнали. Когти. Рубим мечом. И проникающий. Все, ребята. А я тебе говорил, что здесь выкрутимся. А вот тех, как интересно отыграть мне. 61, 62, 60 уровень, да, по-моему? Так, позиция какая? 25-я. Блин, наверное, не хватит у меня бойцов, друзья мои. Будет обидно. Так, раз, два, три. Сейчас мы кое-что с тобой замутим. Раз, два, три. Блин, Леонардо придется брать. Я возьму Лео и Майки. Почему я здесь беру Майки, ребят? Ну, у него нет массовых атак. Но у него есть отличный баф. А вот у Шинигами, к сожалению, нету бафа. У него чисто атакующий урон. Чисто на урон она, короче. Так, посмотрим. Упс, а если крик души? Воу-воу-воу-воу. Так, рук среди минус. Ну-ка, плевок свой делай. Е. Он бы просто мог сейчас вжарить своей массовой атакой.
Да-да, не побрезговал бы. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, где-то позиция 12 будет. Надеюсь на это. Ух ты, 8. Слушай-ка, так это ж хорошо. Так, дайте мне только 16-21. Ага, вижу. Так, погоди-ка, я же могу своими силами здесь, да? Ну, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. Ну да, в принципе, последний бой. Ну, вот этот и следующий будет. И все. Так, здесь у нас бомбочка пойдет первым. И Армагоша всех ушатывает. Ведь так, Армагоша? Конечно, конечно. Он имбовый, блин, вот у него удар, в принципе, как и у Шреддера. Только вот интересно знать, у кого сильнее все-таки, у Шреддера, ну я имею в виду у Супер Шреддера, или все-таки у Армагона. Так, какое мы там с тобой место займем сейчас? Сёгун 3 звезды, 91-я позиция, ну 50-е место мы с тобой не возьмем, это понятное дело. Это понятное дело, но тем не менее, сыграли великолепно. На аренке просто вот бустанули. Всех отыграли. И слабых, и сильных. Все как полагается. Мне нравится. Ну что, Усаги, вышел на поле боя. Разомнись, малька, хотя бы. Он-то любитель разминаться. Видишь как? Размялся, будь здоров. Ну и Шреддер тогда разомнись тоже. Как я обожаю вот этот удар у него. Такие клинья, когти. Я не знаю, что это там выходит из-под земли. Ну, убийственно смотрится. Все, друзья мои, с ареной на сегодня мы закончили. И мы с тобой переходим на испытание. Местечко у нас какое? 76-е, нормально, пойдет. Так, выходим. Надо будет мне эти жетоны набить еще. Испытание. Начнем, пожалуй-ка, вот с этого. Да? День Дони, поехали. Тем более, насколько я помню, этот... А, нет, ребята, нет, 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 не здесь. Не здесь. Это мы с тобой пройдем следующее испытание полностью. Потому что там нам дают имбу. Ну, а здесь... Ну, а здесь посмотрим, докуда мы доберемся. Нам тут нужно, по-моему, всего лишь два персонажа. Вот в этом испытании. То есть ДНК на двух персонажей. Так что, если мы с тобой хапнем, в принципе, можно будет и закругляться. Так... Нормуль, переходим с тобой на третью волну. Смотрим, что у нас тут. Ага. Три Донателло, да? Так, минус. Минус, и этого тоже в минус. Ну и получаем с тобой первая ДНК. А нам нужно с тобой Дони Видение и Донателло Космос. Погоди-ка, Донателло Космоса, я, по-моему... А, ну тут Дони Видения, Дони Ролевой еще мне нужен, точно. А вот Космос, к сожалению, наверное, не получится у меня взять. Потому что уровень моих бойцов не такой уж сильный. Да и сам ты видишь, какая здесь команда, не особо хорошая. Хила нету. Есть массовик-затейник, есть провокатор неплохой. Есть дебафер в виде Шархана. Ну, в принципе, и Бакстер Стокман тоже идет как дебафер, если получится у него повесить постепенный урон с помощью смертельной волны. Так. Хиллер есть, в принципе, муха, но 60-й уровень на прохождение всего испытания, этого мало. Этого мало. Она не справится со своей задачей. Она будет отхиливать, но так как она сама по себе ватная, ее быстро разберут и все, и мы останемся без поддержки. Так, ну что же, а вот Донателло Видение, который мне нужен, друзья. Этот братишка мне нужен обязательно. Он как провокатор мне очень нравится. Так, пока 30 уровень мы с собой будем разбирать на изи, я больше уверен. Тыч. Мне нравится, как Тимати, да, такой слева и справа, а потом такой, на тебе, по яйцам. Удар свой делает. О, тут грибы. Что-то я даже не заметил. Так, двигаемся дальше. Ну, здесь
Три Донателло, как обычно, да? Один из них фильм упал. И оригинал. Видишь, муха, она и есть муха, ребят. Слабая, никчемная мушечка. Единственное, что, по-моему, у нее есть пассивка, но это надо будет ее прокачать. У нее там будет возможность повесить уклонение. По-моему, такое есть у мухи. Так, ну что, вот у нас и Донателло ролевой, который тоже мне нужен. Донателло ролевой, ребята, во-первых, он хил. Во-вторых, у него есть массовая атака с наложением постепенного урона. То есть довольно серьезный такой игрок. Но проблема в следующем. В ДНК. Я бы его, конечно, в команду бы свою брал, но пока он слабенький, а ДНК на него очень тяжело найти. Так, оп, минус. Вот поэтому я и потихоньку-потихоньку их как бы прокачиваю. Так, ну что у нас на последней волне опять? Ага, Донни Видение, Донни Космос и классический Донателло. На тебе. Он по коленкам даже бьет, по-моему, да, Тимати? По-моему, по коленкам. Ну да, нужно, ну что такое, вот он дразнит. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Типа, да, фиг догонишь ты меня, Тимати. Ну, согласитесь, в такой форме ему как бы норм. А вот когда он в виде мутагеноида, это безобразно, конечно. Так, ну что, Донателло ролевой в кармане у нас. Я не знаю, стоит ли пытаться. Ну, давай попробуем. Давай попробуем, фиг с ним. А вдруг? Хотя вряд ли. Так, ну что, тут уже 50 уровень, следующим будет 60, да? Скорее всего. Так, двигаемся дальше. У нас здесь из имбовых только лишь два персонажа. Это Бакстер Стокман и Железноголовый. До остальных все как-то у меня руки не доходят, чтобы именно их... Вот зачем ты сделал это, а, Тимати? Вот ты дурачок или как, а? Тебе же сейчас распетрушат здесь, даже не спросят, как звать. Тебя выкинут из этого зеленого скафандра твоего. Ой, тихо, дай-ка я сам, ребят. Что-то тут мне не нравится. Что-то... Что такое? Ага. Никакой, ребят, провокации. Пускай лучше критовку вешает. Так, погнали теперь. Упс. Так, добьешь? Да какой он там добьет? И последняя, четвертая волна здесь. Тут, конечно, бы лучше использовать волну, на самом деле. Я имею в виду от Бакстера Стокмана. Можно дебаф, конечно, сделать, тоже не повредит. Так, берем провокацию. С эффектом замедления на врагов. А вот и волна. Вот про эту волну я тебе и говорил. Это вот, мало того, что она убивает, она еще вешает дебаф. Это напоминает чем-то удар Усаги. Усаги тоже делает урон и в то же время может повесить постепенный урон. Так, ребят, ну что, шестой эпизод. Сам понимаешь, 65 уровень. Муха в зоне риска. В офигенном зоне риска. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, грибы. Твою же... налево. Так, хорошо, пока пережили мы с тобой эту грибную атаку. У них уклоняшка. Вот это меня бесит, понимаешь? По-моему, когда мы на следующую волну пойдем, не на волну, точнее, а на следующее испытание, там тоже будут эти грибы. Только уровень уже будет 70-й, и, соответственно, там фиг ты по ним так просто попадешь. Слушай, давай я бомбану, наверное, да, все-таки. Вот так вот. Не буду я здесь долго париться. Да ты посмотри, здесь эти грибы, а? Грибники фиговые, блин. Так, окей. Начнем. Видишь, они тоже эти грибы вешают уклоняшку на всех причем. Фиг попадешь. Ну-ка, волна. Но двоих, слава богу, даже троих уничтожили. Пум. Тимати против Тимати, да? Нифига не получилось. А поджог? Я манал, ребята. Вот этого я и боялся. Так, ладно, этот берет провокацию. Ну что, попробуем морозный луч? Серьезно, блин? Хиляемся, друзья мои, фиг ли делать. Муха в зоне риска, я тебе говорил.
Так, провокацию пока не буду брать железноголовую. Даже железноголовую не может попасть. О, это в кого? Это в Тимати прилетело. Все, как только уклонение, ребята, спало, сразу начинает получать урон Кунаич. А вот здесь вот самое серьезное. Ё-моёшечки. Ну, давай вначале так сделаем с тобой. Теперь надо, естественно, ребята, врубать Дони. Ух. Так, вот этот вот космос очень опасен, ребята. Если он выпустит свой метеорит, я боюсь, нам не поздоровится, особенно мухи. Ну-ка. Давай, маузеров обязательно, конечно. Слушай-ка. А я тебе скажу, что очень даже неплохо мы здесь идем. Так. Ну что, последнее испытание, да, у нас с тобой? На котором, скорее всего, мы и упадем. Не смогу я пройти его, ребят. Конечно, хотелось бы получить, но... Блин, 75 уровень. 75 уровень. Ой, ребята, не знаю. 5 волн еще ко всему прочему. Ладно, с этим попробуем так разобраться. В принципе, тут ничего не должно быть. Что ты там гаркаешь? Поехали. Минус. Хиляться пока не будем, побережем с тобой наш хил. От мухи он один единственный здесь на всю игру. Что ты там делаешь? Так, отлично. А кто повесил контр-атаку? Не понял, на тигра. Странно. Так, поехали. Крит, давай крит. Атаку сделаем себе, чтобы критовать. Ракеты запустим. Ой-ой-ой. Да вы достали. Давай, тигр, вали. У него, видимо, ребята, пассивка есть, да? Повесить на себя контратаку. Блин, придется, ребята, лечить. Мухой придется лечить. Иначе разберут. Тем более, волна только лишь третья. Да, как раз на стрелозадах мы с тобой, наверное, захиляемся. Так, дебаф. Вот так вот. Лечим. Блин, они же сейчас начнут еще строчить тут. Да. Блин, ну придется вот так использовать, ребят. Четвертая волна. Ой-ой-ой. Команда тут такая, понимаешь? Маузеров-то неохота тратить здесь, понимаешь, в чем дело? Давай-ка попробуем с Эйприл. Упс. С Эйприл. Так. Да ёпрс это, ну... Это еще с своим баллоном. Блин, муха, ребята, в зоне риска. Железноголовый, не забывай, имеет ракеты. Он может шмальнуть, что мало не покажется. Надо, наверное, выпускать маузеров. Почему мы под электричеством не могу понять? Кто нас звезданул-то так, что мы это... Хиляться 4 хода еще ждать до хила. Вы что, серьезно, что ли? А что так дофигища-то? У тебя муха, сколько там откат-то идет, ё-моё. Блин, ну вот этого только не хватало, а. О, все. Все, ребята, а потому что у нас закончился с тобой этот. Провокация. Ладно, сейчас этот бомбанет ракет. А, он так сделал, я думаю, сейчас бомбанет ракетами. И нам с тобой мало не покажется. Сейчас в... Ну-ка, давай так вот, что рубанет все-таки. Эть. Все, ребят, последняя волна. Поехали, попробуем. Так. Давай критовку попробуем повесить. Тихо, тихо, тигр. Ать, засранец. Да ладно. Бакстер, стой. Сейчас.
Провокация. Да может быть еще и защиту повесил. Да вы что, серьезно что ли? Ну-ка, волна сможет тут хоть что-нибудь сделать? Ну, как-то. Ай, провокатор. А у них Донателло, да, ребята? Ой. Слушай, а как мне... Ребят, не получается у меня. Донни-то захиляет сейчас всех. Нет, он вот так вот сделал. А вот и метеорит, ребят, по-моему, да? Нет, это не метеорит. Другая совсем штука. Да ты запарил свои провокации. Да быть такого не может. Но, конечно же, сюрики пошли. Сделай милость, Бакстер Стокман, сделай. Да! Друзья мои, я, честно говоря, не ожидал, что мы пройдем. Мы получаем с тобой ДНК на Донателло Космос. Пускай мы не прошли на 3 звезды, я, в принципе, вообще не рассчитывал, что мы пройдем с вами это испытание. Но, как видишь, смогли. Да, я также не смогу здесь пофармить, хотя, в принципе, мне здесь нужны только 2 персонажа, а шанс на их получение маленький, так же, как и вот здесь. 33 сырка. Придется, ребята, сделать, попробовать. Ой. Придется попробовать, потому что на прохождение следующего испытания этого будет мало. Жетоны. Опачки, опачки, ты понял? Вот так-то. Ну, оригинал Донни не нужен. Блин, дайте мне, пожалуйста. А, все, все, сыр кончился, друзья. Ну, что я тебе скажу, мне понравилось, в принципе. Отлично. Даже не ожидал, что пройдем слабым составом. Так, ну что, на следующей серии у нас будет, естественно, с тобой следующее испытание. Это космические странности. Космические. Где у нас будут опять же черепашки. Но тут-то мы с тобой, ух, разгуляйку сделаем. А почему? А потому что, ребята, у нас тут вот такие будут персонажи. И попробуй против них что-то вякнуть. Они сразу замочат. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.